городском парке культуры и отдыха прошел настоящий праздник. Новенькая детская площадка готова принять у себя в гостях ребятишек. А те и рады. На площадке можно не только бегать, но и с горки кататься. А в свободное время и мероприятия проводить место позволяет. И показывает нам крутое движение! Строительство этой площадки стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. Участие в нем дает возможность жителям создавать новые детские игровые площадки и реализовывать идеи благоустройства общественных пространств. Кстати, со следующего года правила инициативного бюджетирования меняются, шансы на победу увеличиваются. Участие жителей, участие населения, их доля становится ниже, с 10% до 5%. То есть это дает больше возможностей реализовать то, что действительно жителям бы хотелось. На протяжении нескольких лет Пермский край входит в топ-5 регионов по количеству проектов благоустройства, реализованных при поддержке Федерации. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что современная городская среда оказывает прямое влияние на качество жизни и темпы развития экономики. Для властей Прикамья принципиально важно, чтобы территории развивались в равных условиях. Со своей стороны мы готовы поддерживать инициативы местных властей и населения, направленные на улучшение жизни. Дети, безусловно, рады такому подарку от мала до велика. Они уже планируют, как будут проводить время в городском парке. Мне понравилась эта площадка, она красочная. У нее прикольные горки, асфальт классный. Можно на нем... Если бы можно было, то можно было бы на нем кататься, прям хороший очень. Ну, чтобы интересно. Было класс, кататься, играть, всякие игры. Кататься, играть, на каруселях кататься, тут очень много развлечений. Тут можно покататься на горке, тут две горки. Есть и для маленьких детей, и для более взрослых. Тут можно полазать на сетке. Можно подняться по разным путям. Участвуйте в программе инициативного бюджетирования и делайте лучше место, в котором живете. Ксения Калугина, Сергей Александров, новости Верхнекамья.